Впервые почти за 100 лет сотрудники Пробирной палаты России проверяют подлинность драгоценных металлов и камней в экспонатах Чувашского национального музея. Настоящее ли серебро в тухье? Из какого металла сделаны эти сережки? Сколько граммов драгоценных металлов в чульгиме? Ответы на все эти вопросы знают эксперты из Пробирной палаты нашей страны. Их специально пригласили в Чувашский национальный музей провести экспертизу экспонатов. В планах было пробировать около 200 предметов. Это в основном предметы этнографии, женские украшения, головные уборы. Также это и медали, и ордена, содержащие драгоценный металл. На этой тухье нижний ряд монет – серебро 1747 года. Отдельные чешуйки еще старше, их возраст датирован 17 веком. На головных уборах могут быть и жетоны. Они не имеют никакого отношения к драгоценным металлам, но успешно прячутся среди серебряных монет. Впрочем, специалисты таких шпионов находят без труда. Главные инструменты экспертов – это пробирный камень и эталонные пробирные иглы. Вот они, эти иглы. На этих иглах нанесены пробы металла. Это золото, а это серебро. И способом натира, вот вы видите здесь меточки, эксперты натирают сначала предмет, который содержит драгоценный металл, затем натирается игла, которая предположительно похожа по пробе на этот металл. Дальше на помощь приходят реактивы. Именно они выявляют, та ли это проба, которую предположительно отметили. Затем предмет взвешивают на специальных весах и результаты записывают в документ. Кстати, кроме нашего музея, специалисты проводят экспертизы и в муниципальных хранилищах старины. Им, как правило, очень сложно выехать со своими экспонатами. Так, проверку уже прошли Мариинско-Посадский и Канашский музеи. На очереди Алаторский краеведческий. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Валерий Резюков. Республика.